Тунисе объявлен трехдневный национальный траур в связи с гибелью 8 тунисских военнослужащих, которые наткнулись на засаду, устроенную наемниками-террористами около горы Шанби, недалеко от границы с Алжиром. В этом районе армия уже в течение нескольких месяцев ведет антитеррористическую операцию по ликвидации банды, связанной с Аль-Каидой. Президент Туниса призвал граждан страны к национальному единству. «Мы вступили в период терроризма», — заявил он. «Нам предстоят трудные времена, но мы их преодолеем. Все политики в этот исторический момент должны объединиться и встать на защиту нации». Из официальных источников известно, что банды, связанные с Аль-Каидой, состоят из десятков наемников, в том числе из террористов с опытом боев в Ливии и Мали. Столкновение между бандитами и тунисскими бойцами произошло в самый разгар политического кризиса в Тунисе, вызванного убийством террористами 25 июля одного из видных деятелей тунисской оппозиции Мохаммеда Брахми. Он был застрелен экстремистом-салафистом на пороге своего дома. Возмущенные тунисцы потребовали отставки правительства и роспуска парламента. В разных городах страны прошли антиправительственные демонстрации, которые привели к стычкам противников и сторонников правительства и полиции. Кадры, которые вы видите, сняты поздно вечером 29 июля нашим корреспондентом в Тунисе у здания парламента в столичном районе Барда. Противостоящие стороны были разделены полицией и спецназом барьерами из колючей проволоки. Сторонники правительства и его противники держали в руках плакаты с осуждением убийц тунисских солдат и произносили патриотические лозунги. Наблюдатели отмечают солидарность тунисских граждан, потрясенных печальными событиями этих дней. Траур продлится 3 дня.